Boah. Aha. Еще не дошли. Чернику нашел. Ягода. Нету. Всех мы нашли уже, собрали. Ну ты не видел, как летели? Вот он, пойдем. Кто-то шел, по-моему. Вот он, багульник растет, ядовитое растение. Угу. Ну он лекарственный, но, кстати, ядовитый. Вот. У него запах такой, у листьев резкий. Ну да, да, я вот говорю, немножко есть. Значит, говоришь, искупаться? Освежиться. Может, здесь прошел кто-то? И след, по-моему, примята трава. Может, и проезжал. Ну, скорее всего, да. Края надо. Как-то здесь лисички вот были прямо на дороге. Вот здесь прям вам мху, мне кажется. Белый гриб. Он, по-моему, растет. Смотри. Вон там. Наверное. Переростки. Но там два даже. Три, один упал. Мне кажется, его надо оставить, да? Это тоже, наверное, такое. Все-таки ельник их как-то, да, для белых.
А мох влажный. Такое ощущение. Как будто губка, пропитанная водой. Угу. Лисичек нет. Вон есть одна какая-то ла. Вот здесь они, вот я помню. Не, вон там есть, конечно. Одна, две, так, не массово. Вон еще, видишь, тут. Здесь, конечно, бы, наверное, кто-то проезжал и собрал белых вдоль дороги. Тут на виду все видно. Можно. По дороге может быть. Мы когда в эту поездку, я на первую, пониженную, и прям еду, смотрю. Куда есть? Ну, пеша? Да. Мы там половину грибов собираем, когда едем. Угу. Тебе надо взять за это. Не гнать. Кто-то светлеет. Светлеет.